Как бы, а во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не правы. Как бы даже там, если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Вот это было не так, и это было не так. И давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было.